В гостях Казанского федерального университета побывал профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Викторович Манойло. Он выступил перед студентами с лекцией о цветных революциях. Что угроза цветных революций сегодня является одной из наиболее острой и для современной России, и для многих стран мира, которые постоянно находятся под прицелом политтехнологов, специалистов по организации цветных протестов. Особенно важно то, что эти знания я буду давать студентам, которые завтра или послезавтра подрастут, окончат университет, выйдут во взрослую жизнь, и именно в их руках будет будущее нашей страны. Студенты с большим вниманием слушали профессора. Он смог простым языком рассказать о сложном, а самое главное – о важном.